Королева спорта возвращается. На стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике прошла контрольная тренировка с участием лучших белорусских спринтеров. Бежали 100 и 110 метров с барьерами. Также в программе были дистанции в 150 и 300 метров. В соревнованиях, конечно, соскучилась. Уже хочется, чтобы были международные соревнования. Вот. Но в любом случае, такая контрольная тренировка, она дает какой-то стимул двигаться дальше и, ну, помогает, то есть показывает, что ты можешь бежать.